я прийшов сюди. О, здається, вже почалася вистава. Барсик! Іди на! Барсик! Класний звук. Барсик! 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 Який складний жанр. Барсик! Взагалі, імітувати звуки. Слухай, цікаво. Цікаво, вже цікаво. Все, все голосом відтворює. Да. Вали нашел, вырастил, а он со мной так. Ничего, жрать захочет, сам придет. Сегодня в столице Белоруссии торжественно открылось восьмое чудо света – белорусский водопад. Подробнее вам расскажет наш корреспондент с места события Михаил. Да, действительно, открыл. Надоело варить яйца? Устали считать до 180? Забудьте про это. С новой яйцеваркой на липучке и камерой GoPro Coco de Paris 2 просто вставьте штепсель в розетку. Тепло равномерно проникает во все уголки вашего тела. 2 минуты. Яйца готовы. Эй, Маджуб! Через Петровичем святой воды напились, молились до победного. Колени в кровь растерли. Yes. Страйк. Це дуже жорстко, але це так круто. Алло, Петрович, я в хламі. Я говорю, в храмі. Перезвоню. Да, сын мой, какая нужда? Нуждинушка привела тебя сюда к нам. Какого хрена ты приперся? Батюшка, вы понимаете, я 70 лет не исповедовался, а пришел к вам облегчиться. Я хотел искупить свою вину и написать завещание на церковь. Уже намного интереснее. А сколько? Ну как? Все накопленные за 70 лет. Но я хотел бы знать, на что будут потрачены мои деньги. Храм никаких квитанций не дает. Ну, я потрачу. Деньги будут потрачены на воздвижение нового 25-этажного храма Божьего.
Я так хочу, чтобы деньги никогда не кончались. Правда, мне очень сильно этого хочется. Я так хочу, чтобы прихожане искренне мне улыбались. Do you believe? Give me love, 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 give me love. Ах, храм любит вас, а вы меня. Я соберу по 3 рубля. Люблю тебя и аллилуйя, братья. По 3 рубля. Что же, я танцую, я тебе. О, ботинок слетел. Это уже пошла импровизация. Я так разумею, что номер закинчен. Да. Что делать-то, а?